Всем привет на моем 213-м стриме. Сегодня мы с утра пораньше, пека в 13 часов уже по Москве. Начинаем, ну в смысле, продолжаем проходить Wings of V. Я что-то сегодня поспал вообще офигеть больше 10 часов, поэтому я не выспавшийся. Ну вы знаете, да, наверное, это состояние, когда слишком много спишь, то тоже состояние, как будто не выспался. Наоборот как-то, то есть, чем больше спишь, тем хуже. Привет, Индивис, Дефендер, Пророк, Коги Бастье, Алекс Вес, Владислав, по-моему, там был, да? Кто там? Эпсилон. Всем привет. Что-то все грустят там, хотя некоторые, ну, всякие Дефендеры грустят, короче. О, не знаю, что мы сегодня с Азурил будем делать. Ну, посмотрим, как пойдет. Ну, теоретически мы сегодня ее убьем. Привет, Терпил. Багуля. Так, у нас тут какая-то упоротая механика. Погнали вспоминать. О, какая жесть тут. А чё мимо платформ-то падаешь? Зачем? В смысле, Дефендер, ты отказываешься от второго тура? Ну, это неправильно. Ты занял место. Ну, то есть, другие за тебя не попробуют. Так что, давай уж, участвуй. Показалось, или ты улетел наверх экрана, и тебя не дамажили красные шипы там? Показалось, скорее всего. Так, на Good Game, подожди-ка, сообщение. Да, при этом, Эсмир, ну, если к тебе, конечно, не трудно, но я так понимаю, тебе трудно, да, то лучше на Twitch или когда ТВ перешел бы. Потому что мне не очень удобно читать чат Гудгейма, но если не перейдешь, я буду читать его, но все-таки. Ну, Defender, я сделал вывод из сообщения. Я совсем не готов ко второму туру и обосрусь. Ну, то есть, ну, как-то это звучало, будто бы лучше вообще не участвует. Ну, ладно, может быть, я тебя неправильно понял. Значит, неправильно понял. Пророк, ты серьезно так удивляешься? То есть ты до этого думал, что Адольф в целом там, не знаю, честный человек или что? То есть, ну. Ты так удивляешься, что он кого-то кинуть может, или лоу, прям вот это странно звучит. Привет, Плюшечка.
Да почему-то нет, блин. Ладно, хоть сам босс не кислотный, уже радует. Блин, что-то я вообще не понимаю. Нет, тут надо быстро действовать. Ну, Defender, ты знал, как бы заранее. Ты расставил приоритеты для себя и получишь результат. Ну, я не знаю, как у тебя, пророк, но у многих людей, в том числе у меня, много негатива от Адольфа. Это, видимо, просто пока тебя это более или менее не касалось, или твоих знакомых, то ты как-то... тебе смешно было. А как только ты более-менее в этом участвовал, так и сразу не смешно стало. Вот и вся разница. Ну, Владислава, мне-то нечего бояться. Я-то не участвую. Блин. Ну, хз, я видел студентов, которые пытались пьяными экзамен сдать. Это ничем хорошим не заканчивалось. Так что, возможно, это не тот случай, Владислава. Я только сижу, ну, вот видишь, я как долго читал это сообщение, потому что, ну, я, мне немножко глаза неудобно. Я сижу только на Ютубе и ГГ, на остальных пароли забываю, ну. Я просто немножко забываю ГГ-чат читать. Потому что мультичата нету сейчас. Ну, индивист, такое тоже бывает. А Хламоновский же с СК2 ТВ уехал, Defender.
Я что-то пока вообще не понимаю, как этого босса валить. Юза обручаться. Зависимость есть, брат жив? Предвозил Смит. В смысле, чем мешает его чатиком пользоваться? Ну, он же СК2 ТВ убрал. Насколько я помню. Нифига себе, порталы растут, оказывается. Чё за жесть? Этого босса вообще возможно пройти? Походу, надо на скорость всё-таки увалить. У меня как бы тактики нету четкой, то есть я как-то действую довольно-таки беспорядочно пока. Оп, уничтожили портальчик. Да ты стреляй в нее-то, лол. Ага, а эту нельзя уничтожить. Я понял. Простите, что-то у меня сегодня с голосом не то. Красные шипы не дамажат, когда ты наверху экрана? Да ну чушь. Ну давай попробуем. Да ладно, дамажит. Дамажит? Что вы придумываете? Привет, Парсенка. Закончил, в смысле закончил? Игру? Нет. Ты чё? С чего вдруг? Я только вот до босса дошел, который еще не является последним, хотя уровень последний в игре, но босс не последний.
Так. Да я не пойму, как же все-таки лучше сделать, все-таки быстро или медленно? Но мне кажется, медленно нет смысла, потому что порталы, когда появляются, то уже там, ну, там надо действовать быстро, иначе они вырастут до огромных размеров, и все, и это конец. Я знаю только один портал, который может сам по себе сколлапсировать. То есть вот эти растут все, да, бесконечно. А обратно коллапсировать только один может, СК2ТВ Пека. Все остальные порталы обычно растут со временем. Да бейся, почему, блин, это вот тоже, я все-таки вот сейчас Снапа полностью понимаю, когда он говорил, что, этот, почему экран не перемещался за мной? Вы видели, экран за мной не перемещался, я не видел, где платформа. По урону, да, пророк, то есть определенный урон я сношу, где-то у 4 хп, наверное. И после этого начинают появляться порталы, да. Привет, Фейсген. Нет, не последний босс, но уровень последний. Пророк, у тебя фиолетовый ник, а не белый. Не знаю, если сейчас я не найду норм тактику, то, ну, тогда как бы все плохо будет. Если найду норм тактику, то, может быть, сегодня убьем этого босса. Что за пипец? Нет, это СК2ТВ... А, ну хотя, да, вообще-то. Я же в чат именно фанстрима открыл. Вот если бы не подсказчики из чата, я бы до сих пор был бы с самым первым оружием. Я ни одного оружия сам не нашел. Ну, в частности, это Снап подсказал. Порталы, да, начнутся сейчас.
Видите, вот кто говорил там, Инферно, по-моему, мне затирал, что нужно все это медленно делать, да, и не торопясь. Вот как он собирался медленно делать, если нужно портал быстро уничтожить, иначе он растет? А как я его буду быстро уничтожать, если у меня будет куча красных вокруг? То есть... Не с одного удара. С одного удара они уменьшаются на один шаг. Пока что-то у босса слишком много атак, я не могу скоординировать свои силы правильно. Какого любимого оружия снапа? У него нет любимого оружия, но ты, видимо, про это говоришь. Ну, потому что не помню. Он, наоборот, кстати, не говорил его тут использовать. Ну потому что видишь, когда на щит ставят, то бесполезно. Вот это вот нельзя вообще уничтожить никак. Оно само исчезает через некоторое время. Но у меня уже не было прыжка. Пророк, я не могу... Вот, понимаешь, она долго включается. Видишь, она долго как включается. Нет, это оружие лучше все-таки в данном случае. Портал ваншотит или у меня было мало здоровья? Ну хорошо, давай находиться постоянно далеко от нее. Ну, видишь, это не особо помогает. Она летает быстрее. А
А у этих штук траектория очень упоротая. Ну, я знаю, что там цифры урона есть. Что-то я не заметил этих красных. И вот как мне от них уйти? Ну ладно, сейчас повезло пока. Как-то пока не пошло. Привет, Инферно. Ай, Эвейк, привет. Тьфу-то, я вниз нажал, там надо было просто вправо. Но ровно 2048 смертей на самом уровне. Хотя мне кажется ошибкой считать ту локацию уровнем. Надо было там смерти считать как за босса. Потому что уровень-то я давно прошел. Ой, я что-то подумал, что там слева есть проход. И ведь представляете, это только же изначальная фаза, а у нее по-любому еще там ярость будет.
Что-то как-то все плохо. Ну, опять эти красные в меня просто заспавнились меня, потому что я спамил в момент, когда они появились. Фаервейк все дамажит, кроме зеленых штук. Да в смысле не наносит, Индивис? Я же проверил, наносит. Кто 4 ей хп оставил? О, привет, картофель. Чё это ты решил пожаловать на СК2 ТВ? Наносит? Ты чё? Я же проверял только что. Скотвач не очень. По-моему, это пивовар еще не очень. Да блин, как это... Я не знаю, как здесь... Как без урона, представляете, этого босса проходить? На этом думит моде. Ну давай прям улечу прям вообще так высоко, что прям пипец. Ну, ладно, допустим, это не было слишком высоко. Давай вначале мы платформу поднимем какую-нибудь. Ну и чё, я долетел до максимума, там потолок. То есть видел, я уперся. Так что... Асука The Best, приветствую. Ну, я играю не в старую версию, а в самую последнюю, 1.11. Значит, раньше кто-то с багулечкой проходил этого босса, да? Ну, я понял. Ну вот, вы видите с этими порталами? Что с ними я должен делать? Платформ-то вообще не осталось. Что-то печалька какая-то. Да, если бы красных не было бы, то изи босс, просто изи босс был бы. Потому что меня бы ничего не сковывало, я бы просто бикрил бы, как мне нравится, и стрелял. А так мне приходится очень много концентрации, времени и внимательности на это тратить. Отвлекаться очень сильно. И стрелять нельзя, ну то есть это очень отвлекает. Привет, Найтрики. Симпатичная, ну да, но только она брыкается что-то больно.
Ну прям все синие собрал. Ну просто все синие собрал. Ну а чё б не собрать, да? Ну просто, блин, эти зеленые, еще их подлавливать надо, чтобы они были над нужной платформой. Это о стольких вещах нужно думать, что просто мозг отрывается. То есть нужно думать, чтобы платформы не исчезли, чтобы красные тебя не убили, чтобы синие тебя не убили, порталы закрывать, тучку, уворачиваться от тучки. Блин, это как-то не круто. И еще, ну, босса желательно урон наносить. Но тем не менее, я думаю, что босс проходим, так или иначе. На последней хпшке он проходим. Трех-четырех платформ, то есть ты думаешь, предлагаешь мне не бегать по всему экрану, а остаться только на трех-четырех платформах? Где-нибудь с краю, да? Не, что-то прям у меня мозг не успевает срабатывать. То есть я начинаю думать о платформах, я забываю обо всем остальном. Я не знаю, у меня не могу вас только это. Не, Торыч вряд ли на работе, в воскресенье-то. Или нет, или он на третьей работе. Я что-то не. Я не многозадачный, походу. Как обо всем думать-то? Я думаю, что этот босс сложнее, чем кажется. То есть я вначале, ну, как-то его недооценил, думал, да так, босс, ну, короче... По-бырому убьем. Не, по-моему, нет. По-моему, очень сложный.
Привет. Еще даже не успел ни почитать. Белес. Ну, как бы да. У нас тут пипец пот. А, привет, Тор. Кто ж тебя знает? Чуть не успел. Что-то я максимум сносил пока только 4, по-моему. Не, половину же, да, я на прошлом стриме половину снес. Но есть пунто-свитчер прорыв. Мне интересно, а у китайцев бывает такое, что они в неверной раскладке пишут сообщения, или там у японцев? Ну, короче, у тех, у кого иероглифы, я просто не очень даже представляю, а как это? Нет, билет. Билет. Не в этом смысл. Смысл заучить. Рандомом тут не пройдешь. А, все-таки ограниченное время. Ограниченное время, красно. Инферно, слышишь? Ограниченное время. Они сами сжимаются. Привет, Ол. А я не могу не поднимать слишком высоко, они сами поднимаются. А, ну индивиз, это я знаю, да. Нет, пророк, я думаю, ты не прав. В китайском языке же не помещаются все иероглифы на клавиатуру. Даже в упрощенном китайском.
Блин, не знаю, что-то вообще пока не дает ничего сделать. Как только 4 хп отнимаю, все, просто я играю в выживание, а не в убийство босса. Ну, Белес, когда язык придумывали, как бы, я думаю, не рассчитывали под клавиатуру. Привет, Angel Twitch Rus. Так, Инферно, это нужно одну зеленую фигню вниз, именно когда платформа исчезла уже. А это уже опасная ситуация. Потому что мне может не хватить времени, чтобы их восстановить. Тут пока безысходность просто колоссальная. Я не понимаю. Ну, Тор. Ну да. А в чем проблема? Ну, я знаю, что китайский не самый сложный язык. Просто его тяжело, вообще любой язык с иероглифами очень тяжело понять человеку, который как бы, ну, с обычной буквенной логикой языка, алфавитными языками. Потому что это совершенно другая логика. Ведь иероглиф это не означает букву, да? Это там совершенно другая логика. Но тем не менее изучают, просто надо время. А то, что русский язык сложный для изучения, да, я знаю. Много раз слышал. Тем не менее, тоже изучают. Не, ну был бы я боссом, да, я бы тоже бы закидывал бы всем, что у меня есть. Ну, а почему нет? То есть, что жалеть-то, надо сразу уничтожать. Так ББ-коды, значит, работать не будут, ол. Ну давай, Тор. Приятного аппетита. Ну, я так понимаю, ты как приготовишь, будешь есть. Так что заранее.
Что-то как-то оно... Как же придумать-то? Вот надо какую-то прям разработать стратегию, последовательность действий, что ли, или... Я не знаю, как-то вот... Если я начинаю уничтожать сразу красные, то я напарываюсь по-любому на какие-нибудь синие. Если я красные не сразу убираю, то их становится слишком много. Если я забиваю на зеленые, то в итоге я падаю вниз, потому что нет платформ. Ви очень сложная система управления, да. Вот это я уже говорил. Внимательность? Ну, у меня с внимательностью очень большая проблема, Инферно. Так что, возможно, тогда я не пройду просто этого босса никогда. Если тут внимательность критична. То есть два удара только наносить, что ли? Что за фигня? Вот почему он, я вырастил эту платформу, а она тут же упала? Это дурацкая система, Солгрин. То есть, когда таймер срабатывает, что платформа должна опуститься, то не важно, что она только что я ей дал то, что ей нужно. О, я оставил ей 4,7 где-то. 4,8, наверное. Не, 4,7. Это вроде рекорд. Вот прогресс, нищий, привет. Вот прогресс. Этот портал бесконечно растет? Да когда я 4 оставлял, пророк? Ты упоролся? Я что-то такого не помню.
Да, походу портал бесконечно растет. Но есть и плюс. То, что рука не достает за пределы портала. Блин, неужели он весь экран закроет? Давайте чуть-чуть подождем. Мне просто интересно. Ну, вроде увеличивается еще. Посмотри на ногу. И что с ногой? Дергается. А, да, есть немного. Не, инферно, надо порталы просто уничтожать. Походу не растет больше. То все-таки есть предел. Но этот предел это пол экрана. Почему она схлопнулась? Я не стрелял. Я не знаю, почему она схлопнулась. Блин. Ой, фу-то не в ту сторону включил. Ну ладно. Повезло сейчас с красными. Она зажала меня, я не могу, я не успеваю ее на урон наносить. Да, не, ну в смысле, ну вы, конечно, можете смотреть, что хотите, но, блин, ну как бы потом тогда вам тут будет неинтересно смотреть.
Ну, как бы это мы к ним ворвались. Так что поле битвы их. Ну блин, если там у нее еще есть стадия ярости, когда атаки усиливаются, то я не знаю вообще-то, что с этим делать надо будет. Ну, я думаю, что на Ютубе я бы тоже прошел. Может быть, даже с первой попытки. Хотя это от интернета зависит. Почему бы нам от нее не убежать, если она тут в своей стихии? У нас явно нет преимущества, и ну, все не на нашей стороне. Так какой смысл тут сражаться? Чтобы умереть и Джихоула не победить? Зеленые тыквы поднимают платформа. Почему какой-то демон, который живет под землей, может летать бесконечно, ну, по крайней мере, очень долго, да? А ангел, который живет в небесах, может только делать двойной прыжок и чуть-чуть подлетать еще. Ну, чуть-чуть парить. Недолго совсем. А, жирная. Нет, так своей стихии, так Нуви в течение всей игры не могла летать. С самого начала. Более того, она даже не могла двойной прыжок делать и парить до определенного момента. Пока ей на минутку люди не помогли. Именно не ангелы, а люди.
бесконечный респаун, но... Нет, Инферно, так мы начинали игру, были на небесах. Так что не совсем подходит это. А, нет лицензии? Ну, может, конечно. Ну, а что, без прав летать в экстренной ситуации не вариант, что ли? Да лол, умри, портал. Почему платформы не пробиваются? Такая чушь. Почему платформы-то не пробиваются эти? Блин, а дурацкий портал закрывает. Ну, Тор, отлично отношусь. Желаю тебе удачи. А что ты пойдешь стримить? Ну, не знаю-то, но говорю, давай, удачи. Но я как бы не приду, я пока еще в VIP поиграю. Если закончу стримить, ты еще будешь стримить, то зайду, конечно. Я только час стримлю, все. Thank you.
Да тупой портал. Лол. В 97-м ютубов не было ядрить, а как ты вообще жил тогда-то? Да, вот синие кристаллы, конечно, запутывают порой. Ну, да, я понимаю. Ну, я Инферно, я за сюжетом слежу. И последний босс Джо Хоу. Все логично. Остаешься? А, ей начальный урон еще и не проходит, оказывается. Или что, подождите. Секунду, мне показалось, или у нее здоровье ни от чего отнялось в самом начале? Смотрите, этот начальный урон, он... Странно, просто он тормознутый, да? Ну, вы видите, да, в начале он полный восстанавливается, а потом отбавляется. Вот видите, оп, и его отбавилось. Да, оп. Знаете, вот если слоупоку на хвост наступить, да, то он где-то через минуту заорет. Вот у нее примерно такая же ситуация. Да блин, ну... Ну, она меня заспамила своими... Я красный не ожидал. Я думал, сейчас портал успеет заспамить. Тор, ее нельзя спамить. И у нее щит, видишь, растет синий щит. Когда он становится красным, урон не проходит. Можно передохнуть месяц-другой. Ну да, можно дропнуть игру на месяц-другой. Так что, Тор, здесь все против меня на этом боссе, просто все. Кроме вот зеленых штук. Только зеленые штуки непонятно, для чего их вообще сделали. Она для чего их сделала? То есть, если бы не они, то платформу бы нельзя было восстановить, и все, для нее это идеальная ситуация.
Это лол. Ну я просто знал, что платформа скоро еще упадет. Как от этого было увернуться вообще? Что-то мне кажется, последний босс будет очень печальный. Типа Soul Green 2. Я не заметил, что красные штуки висят. А, отлично. Ну, блин, Индивис. Я же просил не спойлерить мне, что дальше что-то будет очень плохое. Как бы то, что я рассуждаю, это одно, а то, что ты подтверждаешь это значит, что ты видел уже на Ютубе или где-то на стримах. Ну да, ты же на Ютубе этого босса с первого раза прошел, так что не показатель. Ну, Белес, ты можешь сколько угодно смеяться или не понимать мою позицию по спойлерам, но она как бы от этого не изменится. Так что как бы тут... Ну, Инферно, вот, к тебе тоже это относится. Буду ли я на рейпе проходить капу Читамена? Я Читамена вообще-то даже на Average не прошел. Так что как бы... А капу, ну, а есть ли смысл? Но он не представляет никакой сложности. Ну, не знаю, может быть пройду, но как бы... Soul Green, мне кажется, не такой уж сложный АВС мир. Ну, ты прикалываешься? Soul Green не сложный босс, по-твоему? Ну, я не знаю, ты его только на Ютубе проходил или как, но... Soul Green как бы немножко сложный босс.
Общего чатика нету, потому что он пока что не работает. Обычно оружие сильнее чуть-чуть, но, блин, им попасть тяжело. К тому же, какая разница, все равно, видишь, щит же. Просто мне нужно не два удара делать, а один, а так разницы никакой. Пытаются сломать, в смысле? Да, цветок, наверное, мне сразу показался простым. И первый босс тоже. Но к тому же есть боссы, про которые я после того, как их убил, сказал, что они изи, а есть про которые даже после того, как я их убил, я не скажу, что он изи. То есть, вот такая хотя бы разница. Привет, Джастобсервер, и ты не на стрим, что ли, начал играть? Ну, что-то ты не ок. Читамена ни разу не видел, нет. Я Читамена один стрим пытался пройти, но на какой-то там на пятой что ли фазе понял, что такая срань, что просто забил. Дефендер, а ты тут? Надо мы тут даблшит сейчас обсуждать, может, будем. Спит он? Ну, даже если притаился и слушает, ну и ладно. Ну, этот, Just Observer, ну ты же вроде в курсе про даблшит, разве нет? Ну, это, короче, такой прикол от Теркила. Он меня в свое время затравил на Тохи. Устал? Ну, немного устал, конечно. Но больше именно я устал от того, что мои попытки бесполезны.
Ну, короче, я играл в Тоху шестую, да, впервые, когда вот проходил. Пришел Теркил. Я не знал, кто такой Теркил. Он впервые ко мне зашел. Говорит, ну, слушай, типа, чувак, а ты что, без дабл-шифта играешь? Ну, типа, вообще, как так? Ты там потом вообще не пройдешь там следующие уровни. Так, ну, я еще на первых уровнях был. Вот. И, как бы, ну, я говорю, типа, а что, я не знаю, что за дабл-шифт. Ну, в общем, он начал там говорить, типа, ну, лол, как бы, такое не знать, это вообще, типа, зашквар. Потом, а какой-то чувак из чата написал, что я хэд, что за дабл-шифт, но я спокойно прохожу эту игру без него. Вот. Могу даже, типа, на стрим показать. Вот, Теркил, ну, и, короче, что-то они там начали выяснять, даже пошел показывать на стрим. И потом там уже выяснили, что это просто шутка про дабл-шифт, чтобы затроллить стримера. И потом начали Фабино этим троллить. Еще что-то. Еще кого-то не помню. И вот он к Дефендеру зашел. И тоже начал свою старую песню. Ну, а я нечего делать, как бы, поддержал. Ну, просто, ну, а чё? Довольно забавно, как горит стример от того, что не знает, что такое дабл-шифт. Очевидную имба-тактику и не знает. Ну, как это вообще, лол? И если бы узнал, то прошел бы уже давно, да? Но это же... От этого всегда горит. Пророк, потому что с тобой этого не было. Ты просто знаешь, поэтому тебе кажется, что это очевидно, но это не очевидно. Кажется, что этот босс знает про дабл-шифт. Привет, Дэвил. Но у нас просто босс Дэвил. Вот и нравится. Ну да, естественно, речь про то, что вот как бы игру-то не знают многие, особенно стример. Я вот когда Тоху, я тоже не знал. К тому же, ладно, в тут, да, тут как бы shift, непонятно, что такое. А понимаете, в Тохе есть shift, это замедление персонажа. И это часто помогает микрить. И поэтому, знаешь, совершенно не очевидно, что нет некого дабл-шифта, с которым еще легче микрить. То есть, это вполне был очень годный троллинг, который был не очевиден ни разу. К тому же, в чатике не только же я поверил, и Тор поверил, и кто-то там еще сидел, и никто не заподозрил. Все серьезно отнеслись. Ну, потому что, естественно, ни пек не ставилось, ничего, только фейспалмы, что типа, ну лол, как не знать такое. Это не начало игры, это последний уровень, почти последний босс, но не последний еще. Ну, как бы, ну не знаю, пророк. Знаешь, тут много механик новых, так что... Знаешь, shift это может быть подкат, который тут есть. Может быть, подкатом можно как-то имбовать там, не знаю, ну... Ну... Блин, всякое может быть, лол. Тем более это Салгрин. Мало ли тут скрытые механики какие-то. Ну, то есть такое всякое может быть.
Да, можно все платформы опустить, конечно. Иначе нахрена надо было бы их спасать? Я простоял бы на паре платформ там. Ну да, конечно, это было бы неудобно, но зато не надо было бы париться при зеленых. Почти рекорд. Раз пророк говорит, что 4 оставалось, значит это еще не рекорд. Да лол, ну... Сложно синими крить, пипец. Откуда уже портал взялся? Я же ей вообще урон еще не нанес. А, хотя нанес уже. Не, Владислав, вряд ли. Еще не было ни одного босса с несколькими фазами. Я думаю, только последнего, может быть, будет несколько фаз. Изи босс? Ну, ты попробуй, да? Сначала добейся, потом говори. Да, то есть они злились, но как бы именно в каких-то не было стадий такого, чтобы полоска закончилась и потом еще что-то. Нет, когда я приземляюсь на платформу, то она моментально восстанавливается, но активируется он не сразу, видишь? Смотри. Нажал. Видишь? Не сразу включается. Блин.
Ну, короче, 2 хп я ей без урона сношу. Ну, сегодня даже 3. Ну и на этом все. Ну что-то совсем неудачная попытка. Тут что-то вообще не то сделал. Но мне кажется, что все-таки постепенно я привыкаю к ней. Да лол, что-то платформ мало совсем. Я не знаю, мне кажется, ее можно убить, пока там порталы растут, просто не идти в ту область. Потому что порталы убивать это явно бесперспективняк какой-то. Мне кажется, нужно порталы просто игнорить, считать, что просто в ту зону вход закрыт и все. И успеть ее просто убить. Фу-то, блин. Да нет, я же хожу за ней, Инферно, и уворачиваюсь, как получается. Так что тут сложно держаться какой-то части конкретной. Так, 3-0. Да лол, у них траектория, конечно, реально вообще пипец.
Но по урону это рекорд. Даже и по музыке тоже, то есть по длительности, значит. Все-таки порталы мне начинают мешать. В принципе, порталом можно просто несколькими выстрелами уменьшать чуть-чуть, чтобы, ну, то есть не совсем убивать, а просто чуть отодвигать, чтобы больше времени у меня было. Можно же это издалека этими дальнобойным. Я растерялся из-за портала, мне места микрить не было. Ты не учитываешь, что условия изменились. Жутить не оставил, ну пророк. Ну что значит не оставил? Она мне не оставила. Ну лол, ты так говоришь, как будто бы я себе понастроил что-то. Привет, White Tiger. Блин, платформа дурацкая. Шарики изменили? Какие шарики? Нет, пророк, я жертвую не лишним уроном по ней, я жертвую лишним уроном по себе. То есть больше урона по мне проходит. А это очень критично. Так что нет, это я не согласен с тобой. Ну стандартная сильнее Инферно. По силе. А так да, так нашел. Ну как нашел, подсказали. Что-то оно не летело. А, возможно, я не ту кнопку нажал. Блин, смерти добавил. Что-то я чуть не упал. Ну блин.
А, 3-0, по-моему, все равно было, да? Ты видишь, да? Пожертвовать уроном по ней, да? Ты уверен? А по-моему, это просто умереть называется, пророк. А не пожертвовать уроном по ней. Потому что дальним уроном, вот этими шариками, я буду очень долго портал убивать. А ближним мне рука убивает и все, что вокруг. Потому что все, что вокруг, оно никуда не девается, если я пытаюсь убить портал. Красные штуки не исчезают. Синие штуки не исчезают, облачко не исчезает. Платформы все так же падают. И так далее. Так что порталы лучше игнорить, пока они не стали слишком большими. А когда станут слишком большими, то чуть-чуть их уменьшать просто. Ну, я тоже рассуждаю. Вот, их можно уменьшить, но, блин. Уже урон получил, хреново. Она опять сама пошла в сторону. Не, ну это хреновая попытка. Да лол, мне просто некуда деться. Всегда есть возможность убить босса без урона? Теоретически, да. А для меня, я думаю, пока точно нет. Его, я более даже скажу того, можно всю игру пройти без урона на демон моде. Причем... Ну да, то есть именно без урона. Ну не то чтобы каждый сейв пройти без урона, а вообще игру без урона. То есть не, даже ни разу не сохраняться ни на одном сейве. Ну, инферно, потому что такой босс. В этом суть босса.
Но пророк все-таки не сравнивай. Катрей сложнее все-таки намного, я думаю. Без сейвов пройти. Да не все, пророк. Ну что ты выдумываешь? В айванах рандома охренеешь сколько. В Wings of Fear рандома не так уж и много, но вообще. Пососо? А, ну Белес, я знаю, там Супер Марио проходили, но там. Ну да, бывает такое. Да, вот Коги, вот. Да. Да нет, ну пророк, ты все как-то любишь очень преувеличивать. Здесь, ты понимаешь, здесь это реальный режим игры. Hellspawn, Doomed мод, Demon мод. И на нем реально можно пройти. Просто нужно очень сильно заучить игру. А Камилию заучивай, не заучивай. Это просто из-за механики, и как бы она так построена, что ну, там невозможно настолько точно выучить. А тут нет ничего такого, чтобы нельзя было заучить на, ну, прям до идеала. А в Камиле есть места, которые до идеала ты хрен заучишь, просто хрен заучишь. А здесь все можно заучить до идеала. Просто надо много времени. А там ты даже 5 лет будешь учить, и это ни хрена нигде не получится. А при чем тут будет заниматься или не будет? Ну вообще-то не можешь утверждать, может и будет, а вот в Камиле я уверен, что не будут. А в этой может и будут. Просто еще мало от игры прошло времени. Ну, от выхода. Да нельзя больше без смертей, без багов, до одной смертей, ну ты опять, ты не то сравниваешь, совершенно не то. Ты в боссе умрешь от рандомного хитбокса просто. На Готейл дизайне, на глазике. Где-нибудь в седьмом мире, там, от чего угодно. Тролл Грин тебя затроллит. Здесь все можно заучить. Ну, в Камиле босса Владислава. В основном Камиле сложна из-за боссов. Если бы не боссы, то я думаю, я бы, может, попытался бы даже третью Камилю пройти. Хотя, конечно, там уровни тоже жопошные, но, в принципе, их можно пройти. Ну, пророк, ты просто путаешь, мне кажется, чисто теоретическое прохождение и более-менее то, что реально может человек сделать. То есть не только математическая реалистичность, а что реально человек может сделать. Да, чисто математически, я думаю, больше или Камилию, там, третье, бессмертие можно, да, пройти. Ну, ведь каждый момент можно пройти бессмертие, значит, ну, можно в сумме пройти бессмертие, да, математически. Но в реальности,
Ни хрена, а вот Wings of Fiend, Demon Modus, Doomed и Hellspawn, я думаю, что человек именно, не машина, а человек может пройти. Забей, White Tiger, там боты. Не думаю, пророк. Нет, не пройдешь ты через 10 лет. К тому же, что значит, если тебе заплатят, а кто тебе заплатит такую сумму? Ну, а Wings of Fate, я говорю, сможет кто-нибудь пройти, я почти уверен. Ты опять же, ты говоришь как-то совершенно абстрактно. Я тебе говорю, да, математически и абстрактно, наверное, можно, но... Ты когда-нибудь это увидишь в жизни? Вот в реальной жизни ты это увидишь когда-нибудь? Не ест ты там что-то, а какова вероятность, что это в реальности произойдет? Я думаю, что у Ви намного выше. Такая вероятность, чем у других игр. Топ-план. Так, 3-0. Угу, 4-0 даже. 5-0. Нифига себе. Блин, что я сделал? Ну, просто уже там некуда было опять деваться. Ну, пророк, я же тебе еще раз говорю, как бы ты говоришь, вот если там разобьется, а разобьется ли настолько Айвана комьюнити? Вряд ли, это слишком специфичный жанр. Конечно, вероятность такая есть, но я же тебе говорю, оцени вероятность, что такое произойдет. Я оцениваю вероятность, что такое произойдет, и что потом кто-то Камиле Третий пройдет без смертей, настолько низкую, что ей можно пренебречь просто.
А то, что в реальности, вероятность, что реально кто-то пройдет Wings of V на хеллспауне думит мод и демон моде. Ну давай так, хотя бы не без урона, а просто на хеллспаун плюс думит мод и на демон моде, да? Пусть даже не без урона, но это без смертей зато, да? Потому что хеллспаун. Я думаю, вероятность такая намного выше, чем у Камили 3. Она все равно маленькая, но она выше, чем у Камили 3 значительно. Потому что это не нужно каких-то нечеловеческих прям усилий. Там все вполне проходится. Тебе не нужно молиться Богу рандома, прям по-дикому как-то там, да? Ничего такого. Просто нужно заучить до дыр моменты, в которых нету пиксель-джампов каких-то. Нету каких-то дурацких хитбоксов непонятных. Просто привыкнуть к механике там и так далее, да, то есть. А в Камиле там и урон нельзя получать. Вероятность, что стример пройдет этого босса на текущем стриме, ну так себе, небольшая. А что пройдет вообще, ну, думаю, практически 100%. Так речь пророк не о том, сможет ли человек физически. Ну да, я об этом упоминал, но потом мы уже о другом начали говорить. Что произойдет ли это в реальности? Не если там кто-то абстрактно заплатит миллиард долларов там, да, чтобы человек на это жизнь потратил, а именно в реальности. Потому что никто в реальности не заплатит там кучу миллионов, чтобы это случилось. Да тьфу ты, ну блин. Я что-то отвлекся. Но нет у нее агрессивной фазы. Плюшечка нету, видишь, я уже два оставлял, нету фазы никакой. Ну смотри, на холлспавне и на ангел мод плюс думит мод уже проходили. Ну, отдельно холлспавн, по-моему, на mortal моде. И отдельно ангел мод плюс думит мод. Значит, кого-то все-таки игра это интересует. И почему бы ему не пройти, скажем, на Mortal моде Hellspawn плюс думит? А когда он это уже сделает, ну тогда почему бы потом и демон. Ну я уверен, что он отдельно демон мод еще проходил, да? Почему бы тогда ему потом не совместить и это? Ну, потому что ну, не у всех боссов, потому что этот босс и так сложный. Куда? А что ты предлагаешь здесь усложнить? Ну, нормально вообще, как бы. Ты считаешь, что недостаточно сложный босс, да? Надо еще усложнить.
Мне вот почему-то хватает сложности. Хотя вот Снап сказал, что он со второй попытки оставил ей 2 хп. Но это Снап, он все игры проходит с первого раза. Без смертей. А платформа падает и так, ну не то что рандомно, но в смысле рандомно. А, ну то есть не от таймера. Ну, плюшечка, тогда просто бы эту игру бы совсем бы мало людей прошло. Ты в курсе, сколько людей прошло последнего босса? 2,4% из всех, кто купил ее в Стиме. Тебе не кажется, что усложнять не самая лучшая идея? Ну, Пророк, она, да, большая разница, но тем не менее. Ты говоришь, что игра не настолько популярна. Ну, видимо, достаточно популярная, чтобы ее несколько человек заучивали до такой степени. Я думаю, вполне. Я же сказал, вероятность маленькая, что такое случится, но она есть. А ты как-то считаешь, что вообще ее нету? Возможно, возможно, больше на рейпе все-таки можно, но мы говорим не про больше на рейпе, мы говорим про Камилю 3 без смертей. Ну не, Плюшечка, ты все как-то в негативный сценарий сильно хочешь. То есть ты хочешь, чтобы вообще никто не прошел. И сам же при этом не играешь в эту игру. Я считаю, что и так сложность у игры достаточно. Не нужно тут еще что-то усложнять. Я и так эту игру уже прохожу 52 часа. А, играл? И тебе показалось, она слишком простой. А, ты на Ангел моде, наверное, потому что играл. Скорее всего. На Ангел моде это обычный платформер, который не представляет сложности. Блин. Сразу на среднем прошел. Нет, звук пуль нельзя брать. Ну, если на среднем прошел, тебе показалось это легкой игрой. Да тебе надо, не знаю, в хардкорные игры-то вообще все поиграть.
И будет успех. Ну в смысле, ты только что утверждал, что это слишком легкий босс. И ты сказал, что на Mortal моде его проходил. Ну, а, ну типа ты последнего босса только не убил, что ли? Да как аккаунт могут в Steam угнать? Что за чушь? У тебя почта же есть для восстановления. Да, ты это сказал. Почту тоже угнали? Ну, лалка тогда. Опять. Почему оно схлопнулось? Я не стрелял. Но мой счет угнали. Вот смотрите. Я стримлю эту игру. Сегодня всего 2 часа 16 минут, ну 2, ну грубо говоря, да. И я просто уже вот такой вот весь, я больше не могу в это играть. Так что как бы мне не хотелось весь день это постримить, я не знаю, может быть попозже еще будет продолжение. Но пока что я просто вымотался уже с этим боссом. Вообще ужас. Я надеюсь, кто-нибудь сейчас пойдет постримит что-нибудь хорошее. Вот, но я все, я на этом сейчас заканчиваю стрим. Всем спасибо, что смотрели. Надеюсь, на следующем стриме мы убьем этого босса. Хотя и то не факт. Всем пока.